Грубое нарушение правил дорожного движения привело к печальным последствиям. В результате аварии, произошедшей на проспекте Столетия, водитель джипа оказался в больнице. Столкновение легкового автомобиля Mitsubishi Diamant и джипа Toyota Land Cruiser произошло на проспекте Столетия. Как утверждают очевидцы, седан двигался в направлении выезда из города и следовал по крайней правой полосе. Параллельно с ним шла Toyota. В какой-то момент водитель джипа начал резко поворачивать в сторону автозаправки. Предотвратить столкновение у рулевого Mitsubishi возможности не было. Я ехал, получается, со стороны Столетия за город по крайней правой полосе. И передо мной вот этот товарищ решил свернуть на заправку со второй полосы. Ну, и, в общем, все. Вы говорили с водителем, он свою вину признает? Он ничего об этом не говорил. Как считаете, ваша машина сильно пострадала? Ну, считаю, что да. В результате столкновения Land Cruiser перевернулся и вылетел с проезжей части на территорию автозаправки. Буквально за несколько секунд из джипа вытекло все топливо. Чтобы смыть горючее с дорожного полотна, прибывшим пожарным пришлось применять специальную пену. Поступил вызов от ДТП на АЗС. Прибыли на вызов. Как бы по угрозе АЗС подавали пену, чтобы смыть топливо. Ну, как бы угрозы такой не составило никакой. Водитель Toyota выбрался из опрокинувшегося автомобиля самостоятельно. По словам мужчины, в момент ДТП он сильно ударился головой. Подоспевшая бригада медиков осмотрела пострадавшего и решила госпитализировать его. В результате столкновения оба автомобиля получили крайне серьезные повреждения, а потому смогли покинуть место ДТП только при помощи эвакуатора.